знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин, и к нам присоединяется, как мы уже и анонсировали, винодел Роман Кучухидзе. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, тогда, может быть, несколько слов действительно о этих первых успехах, если можно ими уже похвастать. Вот что можно, первый можно. Урожай, каким он оказался, и как действительно этот проект, о котором мы когда-то говорили в эфире, развивался, и вот с чем вы, может быть, с какими-то трудностями столкнулись по пути? Успех действительно какой-то есть, какие-то шаги мы сделали. Саженцы, которые привезли, процентов 60 первые холода выдержали, то есть растут. И самый большой успех мы сделали первое вино в Квеври. Немного, но первое вино в Квеври, дебют у нас получился хорош. Мы старались, переживали, нервничали, получится, не получится. Но все удалось. Мы теперь прошли какой-то первый путь, знаем, где, как, что, и будем совершенствоваться с каждым годом, развиваться. Более того, у меня была, можно сказать, уникальная возможность продегустировать, да, часть урожая, а конкретно сорта Саперави. Очень, очень интересно, необычно. Ну, такое дерзкое, молодое, настоящее вино. Прям, ну, пьешь, чувствуешь, домашнее. Чистое вино. Ну, Роман лучше расскажет, конечно, но впечатления самые, конечно, положительные. Что будет с этим вином дальше? Как его много? Пустите ли в продажу? Скоро в Сабело будет праздник вина. Участвуете ли вы в нем? В конце концов, в планах было открыть и ресторан, и гостиницу. Что с этой частью ваших вот этих мечтаний? Да, действительно, самое главное в этом вине, что оно настоящее. Оно сделано в Квеври, там нет ни дрожжей, ни сахара, ни спирта, ни сульфидов. Оно дерзкое. Вот какое есть, такое есть вино. В планах, первые планы, главное, что мы сделали его в Квеври. Понимаете, это очень, очень важно. Мы вот, урожай небольшой, и для того, чтобы саженцы дали, как я говорил, надо 3-4 года. Но Квеври – это уникальная вещь. Мы вот в начале зимы, в конце осени, в начале зимы то, что могли собрать, чуть-чуть достали еще виноград, перебрали его, каждую ягодку, потому что гроздь зеленая, она дает чуть-чуть горечь, нам пришлось каждую ягоду переслать, выжали его, поставили. И вино пока начинало вот, бродить, начинало созревать, мы это все вокруг Квеври переживанием ходили. И когда через 2 недели оно 2-3 начинает уже злиться, как говорится, формироваться, то есть пробуешь его на вкус, и ты понимаешь, что что-то вот такое, ну, какая-то консистенция. Но когда еще неделя проходит, ты понимаешь, что это все превращается в вино, и ты, у тебя Квеври, зима, темно, а тут уже молодое вино, Латвия, это какое-то чудо. И вот мы как бы за 2 недели пробовали сами, давали знакомым пробовать. И с каждым разом, кто говорил, да, это вкусно, это хорошее вино. Вот мы 180 литров за 2 недели попробовали. Следующие шаги – вырастить виноград. Чуть-чуть сложнее с этим, потому что сорта южные, они любят тепло. Они любят другую почву, но какие-то прижились, какие-то не прижились. А в этом году еще 2 сорта. Но это надо 3-4 года, да. Ну, вы привезли 3 сорта. Да, вы привезли 3 сорта. Рокоцители, Киси и Саперави. Учитывая, что вот мне досталось Саперави, то есть они прижились. Что с другими? Еще добавили, в этом году я привез черенки Чхавери и Цицка Цолокаури. Поэтому, ну, развитие виноградника будет долгим. Ресторан тоже сложный финансовый момент. Ну, первое, что это мы имеем Квеври уже вкопанные, мы умеем делать, соблюдаем температурный режим. И получается хорошее вино, это самое главное. В этом году мы будем делать белое вино. Очень важно сделать белое вино. У него другой характер, чуть-чуть другая технология.
И такие у нас планы, шаг за шагом, как Бог даст. Очень много кто откликается. Очень много взяли черенки уже во всех уголках Латвии. Выращивают наш виноград. Люди радуются, стараются, трудятся, подрезают. Даже один очень настойчиво попросил продать один квеври. То есть мы очень рады такому теплому отношению, что люди интересуются, пьют вино, выращивают виноград, с многими познакомились. Позитивно, все очень позитивно. Благодаря вам в Латвии появится новая традиция, вот виноградарство. В Латвии было виноградарство, очень много людей виноградарством занимались. Ну, наверное, грузины этим занимаются с философской точки зрения и как к празднику к этому относятся. В этом, наверное, наша суть грузин с виноградом так относиться. И многие обращаются, многие трудятся, так что я не скажу, что я виноград. Но вот праздник Сабеле, вот вы не сказали, собираетесь ли вы принимать участие в Сабеле? Если получится, обязательно. В Сабеле все больше и больше с винной темы. Открылось кафе винное. Не наше пока, но, конечно, собираемся. Наши квеври большие, которые мы еще не успели, они стоят на улице, 700-литровые. Люди приезжают, смотрят, интересуются, звонят. Из Дома культуры просили на выставку. Позитивно все. Позитивно все происходит, все выращивается. Ну, какие-то наша главная цель, чтобы вино лучше и лучше становилось. И как-то уже, наверное, через какие-то года уже коммерциализировать, чтобы появилось на полке. Потому что все, кто пили вино, все говорят одно, когда будет в продаже, когда будет в продаже. Некоторые говорят, мы уже попили вашего вина, магазины не хотим. Вот я как и говорил, чтобы люди могли пить настоящее вино, радоваться жизни. И как-то шагать дальше с этим позитивным явлением. Ну, этого действительно не достает очень часто всей этой радости. А скажите, какие-то, может быть, туристические группы к вам заглядывают посмотреть на те же самые уникальные квеври или поучаствовать в каком-то процессе на винограднике? Сбор или, наоборот, посадка, подрезка? Мне звонят, в Сабеле водят показать квеври, рассказывают, что здесь такая идея. В этом году обязательно мы хотим собрать, понимаете, у нас еще мало винограда, когда вот много винограда будет, тогда мы в этом году хотим уже собрать тех, кому очень интересно выжать виноград, поставить его в квеври, какой-то праздник небольшой сделать. Мне очень интересно, записывайте сразу меня, на меня можете рассчитывать, приеду и буду участвовать. А можно ли говорить о том, что с годами можно будет вывести такой морозоустойчивый сорт винограда, который будет давать обильные плоды и вот, ну, на нашей латвийской земле? Уже много таких сортов в мире есть, да, и в Латвии тоже есть. В Латвии есть люди, которые очень профессионально занимаются. Но я больше, мне интересно делать вино в квеври, понимаете? Уникальный метод. То есть в этом году мы выжали вместе с ягодой, подождали, пока оно сделается вином, то есть без фильтров перенесли его в другой квеври, осадок остался. Потом еще раз перенесли, еще раз. То есть фильтрация вся происходит естественно. Вот Александр пробовал, это настоящее вино. Как оно было 8 тысяч лет обратно, и в 2022 году это настоящее. Но мало солнца у нас, но чуть-чуть где-то не хватает этого сахаристости. Но характер имеет свой. Мне важно, чтобы оно в Латвии, где я живу, где растут мои дети, чтобы они понимали, что такое вино. Мы когда собираем урожай, мои дети уже тоже собирают гроздья, выжимают сок. То есть мне радостно, я вижу своих предков в них. И мне главное быть рядом с винодельем, когда, знаете, зимние вечера, особенно темно. Какие это трудности, много негатива сейчас. И у тебя есть квеври, и ты идешь его, черпаешь кувшин, наливаешь в стакан этот вот темно-гранатовый такой напиток, выпиваешь, и как-то и все невзгоды проходят. Какая-то мелодия проскакивает уже. Какой-то юмор появляется за столом, и когда нарезается сыр,
мясо готовится, уже такая атмосфера, что как-то можно жить веселее дальше. И моя цель как бы виноделие больше. Мы будем экспериментировать, привозить из разных регионов вина, виноград, и будем делать главное, что в Куэври, в латвийской земле. А можно ли, например, виноград, который вот латвийский, ну, то есть я имею в виду не и грузинского происхождения, вот в Куэври, будет ли он таким же вкусным, или как изменится его вкус? Он будет таким, каким вот он насытился от воздуха, солнца, но Куэври дает оригинальность этого винограда, и часть винограда, оно выращено на латвийской земле. И латвийский виноград тоже мы делаем. Он своеобразный. Но он именно настоящий на кожуре, на вот этом рецептом, этим методом сделан именно вот, какой он есть виноград. Ну, именно из латвийских сортов какое вино получается? Оно более грубое, оно, не знаю, терпкое? Ну, то есть, получается, ведь можно их тоже в Куэври делать и... Конечно, да. Любой сорт винограда можно делать в Куэври. Единственное, в Грузии гроздь, она коричневой становится, она дает танины, вместе с гроздью можно питать. У нас в Латвии гроздь, она еще зеленая, и она горечь. Вот мы, нам пришлось каждую ягоду снимать, тот виноград, который мы здесь вырастили. Оно вместе чуть-чуть кисловатое, потому что от солнца зависит сахаристость винограда. И оно чуть-чуть такое веселое. Легкая, но меньше сахаристости. И аппетит разгоняет местный виноград. Очень может быть, что вместе с грузинским виноградом и солнце больше в Латвии станет. Ну, раз оно нужно, чтобы вызревал этот виноград для более вкусного напитка, то почему бы не стать большим солнечным дням? Но попробуем. Обязательно. Солнце будет больше с каждым годом, виноград будет слаще, вино лучше, и все будет хорошо. А мы сами веселее. А попробовать можно только пока приехав на место, да, вот у вас? К сожалению, попробовать можно, но вина мало. Не столько. Не ожидали, что у нас такой дебют будет и такой позитивный отзыв. Мы переживали, какое, знаете, даешь человеку пробовать, и звонит, и в восторге, и это наша главная радость, вот это наш дебют получился в этом. Ну и как бы пробовали много, приглашали много, и поэтому чуть мало вина. Стараемся к следующему году больше винограда достать и больше сделать его, чтобы уже было больше винограда, потому что вина, как говорится, много не бывает. Ну, это все правда. На всякий случай мы скажем, что ни к чему подобному мы не призываем. Надо следить за здоровьем. Все взрослые люди, все понимают. Но еще раз могу засвидетельствовать, уникальнейшее вино. Очень интересно, совершенно необычный, сумасшедший вкус. Так что, Роман, огромное спасибо за эту уникальную возможность продегустировать ваше вино. Было невероятно интересно. И я не шучу, да, пользуюсь случаем. Вот прям на всю страну обещаю. Давайте, я хочу участвовать в дальнейшей вашей работе как-нибудь. Давить тоже. Вино? Давить, да, все, что нужно, на мои силы можете руки, ноги рассчитывать. Роман Кучухидзе, винодел грузино-латвийский, который занимается совершенно уникальным делом и приживает грузинскую лозу не самых солнечных латвийских широтах, но дело пошло, я вижу рог, да, подготовлен. Это вот Сапирави, вот по цвету сегодня, вижу. Сегодня моему младшему сыну день рождения, 6 лет. Поздравляем. Поздравляем. Я хочу выпить этот рог. Спасибо, что вы меня пригласили, что помните. Я хочу выпить за жизнь. Любите жизнь, любите каждый день, любите детей, любите друг друга, соседей, родителей, ту страну, где живете. Все, кого вокруг есть. И тогда все будет хорошо. Любите вино, любите Бога. Спасибо вам большое. Спасибо, Роман, большое. Огромное спасибо. Присоединяемся к поздравлениям вашему сыну. У нас кофе. Ну, чем можем, а вино выпьем тогда в следующий раз. Всего доброго. Всего доброго. До свидания, Роман. До свидания. Вы слушаете.